Und Atemführung ginge so für die, die schon sicher sind, einatmen. Для тех, кто уверен и хочет, пожалуйста, вдох. Ausatmen. Выдох вниз по руке. Einatmen. На вдохе наверх по руке. Und двойной выдох вниз двумя руками. Ein. Вдох двумя руками. Одну руку. Выдох. По наружной части вдох. Двумя руками. Выдох. Ein. Вдох. Одной рукой. Выдох. Разворачиваем руку. Вдох. Две руки вниз. И выдох. Nachspüren. Почувствуем. Задержимся возле живота, не касаясь. Für die Anfänger wird das schwer sein. Deshalb lasst, als Anfänger lasst den Atem einfach so laufen, wie gerade Lust hat. Начинающий, пожалуйста, пусть ваше дыхание абсолютно свободно течет, как ему нравится. Это сложно сразу все сделать. Bauch. Так, живот. Rechts hoch. Справа наверх, слева вниз. Только живот, не грудь. So, wenn ihr wissen wollt, wie das Qigong heißt, das wir jetzt hier machen. Если вы спросите, как называется цигун, который мы сейчас делаем. So, dann ist das die Form, die heißt Emil's Special. 7. April 2020. Это называется специальная программа Эмиля 17 апреля в 11:20. Что важно, на вдохе справа поднимаемся, на выдохе слева опускаемся. Einatmen rechts hoch und ausatmen links runter. И так слева опускаемся. Und da ist ein Gefühl im Bauch. И там создается чувство в животе. Und das ist immer grad da, wo die Hände sind. И это ощущение, чувство, как раз всегда там, где наши еще и руки находятся. Das ist ein Gefühl, das kreist im Bauch. Ощущение передается, как будто что-то кружится в животе. Und andersrum. Так, а теперь меняем.